До 10 июня дагестанские пляжи должны быть готовы к открытию купального сезона. Такое поручение всем ответственным за это ведомством дал министр экологии и природных ресурсов региона в ходе одной из проверок. Состоялся разговор с бизнесменами, которые арендуют территории пляжа. Им дано поручение обновить схему расположения объектов, привести в порядок раздевалки и душевые. При необходимости увеличить их количество. На территории пляжей они должны определить и детскую зону для плавания, установить оградительные буйки, закрепить за пляжами отдельную карету скорой помощи и спасателей. Кроме того, республика должна быть готова к приезду туристов. Согласно официальным данным, только в прошлом году Дагестан посетили около 400 тысяч человек.